Уважаемые коллеги, перед вами форум сообщества педагогов. Здесь можно цитировать сообщения, то есть копировать, получается, сообщение коллеги и написать в ответ свое сообщение. Здесь можно также, если это ваше сообщение, его можно удалить, а можно править. Каким образом здесь мы работаем? Выбираем сообщение коллеги, любого коллеги, которое мы хотим обсудить по методу 3-2-1. Три вопроса, два замечания, одно предложение. Например, от Шаповалова и Спиридонова Марины Владимировны. Нажимаем «Цитировать». Перед нами открылась вкладка, где в кавычки взято сообщение Марины Владимировны, и в самом низу мы можем написать свое сообщение. То есть три вопроса, два замечания, одно предложение. Обратите внимание, данный форум работает с BB-кодами. Что это означает? Это означает, что здесь нужно знать несколько правил по тому, как правильно работать с текстом. Нажимаем на BB-код и открывается дополнительная страничка, где мы видим, что BB-коды – это набор тегов форматирования, которые влияют на оформление текста на данном форуме. Здесь есть, значит, BB-коды, которые помогают нам оформить наш текст. Также заголовок, ссылки и картинки вставить в сообщение, сделать цитаты, коды, списки, вложенные теги, добавить смайлики. Каким образом можно работать? Например, вы захотели подчеркнуть ваш текст. Что мы для этого делаем? Выделяем полужирный и копируем. Переходим во вкладку, где мы собираемся отвечать, вставляем копированный текст и вместо слова полужирный пишем ваше сообщение. Например, уважаемая Марина Владимировна. Так, следующее, что мы хотели, например, сказать. Вопросы задать, да? Вопросы у нас будут под списком. Для этого переходим в вкладку «Списки» и смотрим, как сделать, чтобы у нас был либо список с точками, либо список с цифрами. Выбираем, какой нас больше устраивает. И, например, выделяем вот пронумерованный список. Снова его копируем. Переходим во вкладку с ответами. Вставляем. И уже добавляем вместо элемент списка нужно нам предложение. Видите? Элемент списка номер один, элемент списка номер один, элемент списка номер два здесь, элемент списка два. Таким образом, мы сюда можем написать так. Вопрос номер один. Вопрос номер два. Вопрос номер три. И добавляем. Если мы захотели добавить смайлики, пожалуйста, нажимайте вкладку «Смайлики» и добавляйте нужный вам смайлик, скопировав его. Нажимаем «Копировать». Теперь его вставляем. Давайте посмотрим, что же у нас получится. Для этого мы нажимаем на кнопку «Предпросмотр». И видим, что у нас получится в ответе. «Предпросмотр». Это вот цитата получается от Марины Владимировны. И наш ответ. «Уважаемая Марина Владимировна, вопрос номер 1, номер 2, номер 3». Если нам что-то не понравилось, например, мы всегда сможем с вами вернуться назад. Так, возвращаемся назад, предположим, вот к редактированию. Либо мы можем с вами удалить это сообщение. Если это ваше сообщение. Вот, например, мое сообщение, Лея83, это я, Елена Александровна Дегтярева, я могу удалить свое сообщение. Если же мы заметили ошибку в сообщении, мы нажимаем на кнопку «Править»
и исправляем сообщение, которое, ну, исправляем ошибку, которую мы нашли. Вот здесь у меня использует DB-код, вставка ссылки. Видите, я скопировала просто элемент DB-кода со странички с помощью, изменила текст на страничку, изменила ссылку. Получилось то, что мне нужно, результат тот, который мне нужен. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, всегда буду рада ответить.